Людям с этим именем свойственна болезненная неуверенность в себе, что может привести к комплексу неполноценности. Для того, чтобы выровнять чашу весов в их душе, нужно просто поговорить с ними. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Уполномоченных носить это имя постоянно выбивает из равновесия в моменты споров и острых дискуссий. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Порой чрезмерная чувствительность может довести владельца этого имени до эмоционального срыва и потери контроля над собой. Но бывает, что люди с этим именем страдают от тревожного беспокойства, депрессии, перепадов настроения. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.